Все-таки нет, не может передать камера всего того, что может Нива, подготовленная в компании Роснива. Компания Роснива. Специально. Посмотри, какая колея бешеная, глубокая. Рассказывай про эту машину чем-нибудь. Тест-драйв от компании или от сборов 4x4 по подготовленному к оффроуду автомобилю Нива 21213. Да. Нива Тайга в компании Роснива. Кстати, все члены внедорожного движения территории общения сбора 4x4 могут обращаться. Сейчас я вот так примерно покажу. Ну давай, расскажи что-нибудь, Дэн. А что ты можешь сказать о данном варианте подготовки автомобиля Нива? Это оптимальный вариант подготовки по минимуму для серьезного бездорожья. Вот. Что мы имеем? Лифт подвески, самоблокирующийся дифференциал в заднем мосту и понижающие пары в мостах 4.3. Вот. Резина, конечно, соответствующая стоит. Супер свампер 29 дюймов. Вот. На машинке очень хорошо, достойно идет. Вот обрати внимание, впереди стоят обычные городские внедорожники. Они сегодня просто не доехали. Вон их сколько стоит на горизонте. И даже Шишига не доехал, смотри. Нет, ну она, видимо, принадлежит местным жителям. Здесь мы лукавить не будем. А вон Паджеро стоит. Вот стоят люди, которые пешком ходят до этого. Значит, место назначения. В любом случае, в этом месте я не видел еще ни одной недоприводной машины. Так скажу, недоприводной. Это да, все полноприводные. В общем, если... давай-ка свяжемся с ребятами. Давай. Ну как, все прошли эту колею? Прием на связи. Они в смысле потерялись? Нету их? Все спецучасток прошли это. Еще идут. Ой-ой-ой-ой. Жестко, да, здесь? Колья глубиной примерно сантиметров 25, наверное. Да поболее местами. Не, ну местами, да, побольше, 30, наверное. Средний, я думаю, разрез колеи, если мостами хряпали, сантиметров 30-40. А этот телефон вы не видели другой? Ага. А то иногда они вот отсюда улетают в открытые окна. Да-да-да. Ага. Ну в повороте раз и ушел. У меня так не всегда живут.